Всем привет, друзья, с вами Егор Чтедин, это шестая серия по СССР в Майнкрафте. Сегодня, друзья, у нас очень мало обновлений сегодня. Естественно, только одно обновление. Но зато будет больше выпусков. Чем меньше обновлений, тем больше выпусков будет. И сегодня, друзья, я построил столовую. Вот такая столовая. Ну, стандартная, обычная столовая. Ну, выглядит такая как коробочка, такая вот, покрытая булыжником, построенная из камня, пол сделан из бронзовых досок, из дубовых досок. Ну и чтобы не было скучно, я поставил окна. Ну вот, давайте мы все-таки посетим это место. Тут у нас такие вот места, такие вот у нас. Дальше у нас вот такая вот касса, здесь у нас берем еду. Ну, раньше, но возможно и сейчас, в общем. Ну, а хорошо после того, что в столовых, в отличие от Макдональдса, Бургер Кинга и KFC там, то есть не приносят там еду, как в ресторанах, например. А просто то есть беру под ноги, заказ, выбирают какую-нибудь еду и, естественно, там же оплачивают. Ну, есть. Ну, к счастью, есть такие столовые уже с такой же, схемой. Идем дальше у нас. Дальше у нас служебное помещение есть, то есть кухня. Дальше у нас тут раковина, котел с водой, холодильник, печка, и такая вот. И, типа заливарка, типа как. Как получилось. Представил, что это кофеварка, и все. Ну, вот кухня получилась маленькая, и такая столовая. Кстати, как еще видно, здесь вот скопирована хрущевка, то есть с надписью добавил надпись СССР, и там серп и молот добавил. Каждое обновление мало получилось, но зато это лучше, чем ничего. И вот, друзья, на сегодня все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем пока!